Музыка эпохи романтизма. В Горках Ленинских в рамках проекта «Новые имена Московской консерватории» состоялся концерт фортепианной музыки, где публика могла насладиться творениями великих композиторов-романтиков. На сцене лауреат международных конкурсов Валерия Поэта. Сознательно остановив свой выбор на музыке того времени, пианистка представила свою подборку произведений, ярко отражающих эпоху романтизма. В программе выступления сонаты, прелюдии, этюды творцов-романтиков Шопена, Шумана, Дебюсси, Скарлатти. Это программная музыка, с которой связаны какие-то яркие образы. И она в основном сжатая по форме, то есть около 5 минут произведения идут. И это такой формат, который понятен зрителю и позволяет включить в концерт много разных характерных произведений. Именно фортепианная фактура позволяет раскрыть богатство тембров, мощь звучания и порывистость, так характерные для романтических произведений. Зрители и исполнительское мастерство Валерии Поэты и глубину композиторов восприняли с восторгом. Впечатления самые лучшие. Мы отдохнули, послушали музыку. Прекрасную музыку, которую, скажем так, мы очень рады, что можем послушать рядом с домом. Впечатления очень хорошие. Такая интересная подача музыки. Так хорошо играли. И вообще очень приятно, что у нас происходят эти концерты, и что нам представляют исполнители консерватории Московской имени Чайковского. Мне так понравилось, так здорово, так они классно исполняли, такая красота. Я вот раньше тоже как-то не ходила на концерты, жили тоже в другом районе, а теперь мы живем в Ленинских Горках. Мне так нравится, что здесь есть такая возможность. Я, можно сказать, раньше-то ходила только в театры, на балет, на оперу, а тут и никогда не ходила на концерты классической музыки. А здесь у меня появилась такая возможность, я в восторге. В рамках программы «Новые имена Московской консерватории в Горках» каждые выходные зрители знакомятся с молодыми исполнителями на концертах живой классической музыки.